Фантом Баламбой, медленно да очень. не, Фантом Балабол. Балабол. Игей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Крошка, Серега, Нига, Айпи, пацаны, поздравайтесь. Всем привет, приветики-млечки. Здравствуйте. Вы поставили больше 5000 лайков, потому что вы захотели рубрику «Какой аниматроник самый медленный?» и написали в комментариях, чтобы мы затестили со всех пилпаков. Если пить, кушайте, приятного аппетита, а у нас рубрика «Какой аниматроник самый медленный?» Погнали! Пацаны, можно брать с любых пилпаков, которые у нас есть вообще в коллекции, поэтому выиграет самый медленный. 3, 2, 1, побежали! А, без шифта. Без шифта. Без шифта? Ну, самый медленный же, да. А, ну ладно, я вас понял. Получается, я пока мисс победитель, пацаны. Да, Серега. О, нет, Серегу догоняю. А как еще медленнее? Ну, это только стоять. Так, получается, кто будет самый медленный, будет оставаться аниматроником. И кто будет медленнее его, получается, будет заменять... медленного того. Короче, наговорил такую фигню, но все понятно. Да, Серега, ты победитель. 3, 2, 1. Ах ты подлец, кто это? Крошка, мне кажется, это у тебя читерский аниматроник. Мы тебе вообще не сможем найти замену тебе. Еще медленнее? Да. Так, ну что, можем не продолжать, потому что понятно, что у него самый медленный. Так. Ну блин, ой, понятно. О! Я взял. Так. Дима, смотри, кого я взял. Ай-яй-яй-яй-яй, Сережечка, я понял, на что ты намекаешь. Да, я понял, Серега, ты молодец. Ты не сиди, давай, вставай, нельзя сидеть, надо идти. Не надо идти? Надо идти, давай, вставай. 2-1. Выиграет медленнейший. О, господи, вообще жесть, что творится! Да что за медление, блин. Серега, мне кажется, теперь мы точно не найдем замену твоему аниматронику. Переиграл и уничтожил Диму. Да ну никак, а как тебе выиграть? Ну, ищи. Хорошо, хорошо. Серега, пока месть ты лидируешь. По медленности. Так, это уже был. Так, хорошо. А как найти медленнее этого, пацаны? Ищи. Да. 3, 2, 1. Побежали. О, я нашел. Еще медленнее есть. Не, он просто сзади был у меня. Я хочу, чтобы вы рядом встали, прям возле друг друга и попробовали. Давайте. Да, ты немножко быстрее Сереги. Или одинаково. Блин, ребята, вот непонятно. Такого слоумо я еще не видел в жизни. Ой. О, она альт, смотри, он побыстрее. О, кстати, я не знал, что на альт еще режим такой есть. Пацаны, ну кто же медленнее это? Серега, ты, да, вроде бы? Ну, вроде бы. Ну-ка, сейчас. О, еще пингвинчик медленный, смотрите. Давай, не мухлюй. Не, пингвин быстрее меня. Да. Он вперед тормозит и вперед-назад идет, фиг поймешь, короче. Багин, ну как узнать, так, кто медленней? Так пусть зрители сами решат, пусть комментарии. Так не, ну даже сейчас же нам отсеять. Ну давай тогда будем считать, что, Серега, твой аниматроник Личтрап медленней. Блин, даже не знаю, пацаны, как медленнее вас найти, аниматроника. Капец. Если я вообще не знаю, как это сделать. Вы готовы? Да. 3, 2, 1. А нет, она все равно быстро ходит. Ой, медленный. Не, Серега, мне кажется, Гличтрап, он можно его в победитель сразу записывать. Два других тестить. Ну, читерский, да? Читерский. А, читерский? В смысле читерский? Не, ну он просто выиграл. Все, он победитель. Я не знаю, медленнее его, наверное, никого нету. Сейчас. Медленный. Во. А нет, это просто жопопадатель. Блин, я знаю, какой-то есть еще тут у нас аниматроник, он на этот может на ползать на четвереньках и очень медленно при этом. Мангл это делает. О, я нашел кое-кого тоже медленно. О, кстати, Серега, да, эти поломанные тоже. Вы готовы?
Да. Три, два, один. Побежали. Ой, спринтрап вообще эпично. Блин, такое ощущение, что мы немножко замедляем картинку. У нас только все медленно происходит. Получается, кексик медленнее, да? Да, кексик медленный вообще. Сейчас это Олимпийские игры пройдем так. Ну тогда надо кексика затестить и клич-трапа, может. Соперник нашелся достойный, да? Наконец-то достойный. Да-да-да-да, Серега, это все оттуда. Там вылазит моя лепиздриха или не? Ух ты. Два кекса. Анимация почему? Жирная. Опа. Два кекса. Нет, там довольно. Ну что, вы готовы? Да. Три, два, один. Не, чика кошмарная тоже медленная. Ого, кто же может еще быть медленнее, чем кекс? Глич-трап. И теперь у нас что, поломанный Фредди горелый. Не, поломанный Фредди горелый, он быстрее чуть-чуть, да? Да. Чуть-чуть быстрее. Так. Ребята, если мы что-то не заметим, вы обязательно напишите в комментариях, кто, как по вашему мнению, оказался самый медленный. И не забываем вступать в наш Дискорд, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. И можно стать спонсором канала. Так, блин, даже не знал. У нас столько аниматроников много. Это даже нереально в одной серии, да, все затестить? Плюс. О, вон, на четвереньках можно. Готовы? Да. Три, два, один, поползли. О, какой быстрый. О, прикольно, магическая мангл. Не, она быстрая. Быстрая, быстрая, да. Максим, поменяй кого-то другого, и так понятно, что... Да, сейчас... ты уже все, я понимаю, что ты модный. Надо тебе помочь. Ты смотри, грамотей нашелся. Выхватил молодого, медленного, и давай побеждать всех. Понятно уже. Глич-трап и покамесь, что вот этот вонючий кексик прыгучий, да, они покамесь победители. О, давайте их сейчас сравним. А ну-ка, давайте, пацаны. Че, глич-трапа взять? Да, а тот кексика, давайте. Все-таки сейчас будет сейчас достойная битва, которая войдет в историю книжек, и все будут про нее писать и говорить. Готов? Да. Так, я буду прям внимательно смотреть. Три, два, один, помчали. Так, ну кто же медленнее? Не, глич-трап, ребята, медленнее, да? Да-да-да-да-да-да. Я сверху смотрю, Максим это догоняет меня потихоньку. Дима, если так сверху посмотреть, то да, он это меня... Ну, догоняет. Да, он тебя обгоняет буквально на миллиметры. У меня каждый шаг меня догоняет. Да, глич-трап, пока месть победитель. Неожиданно, да? Это, ребята, неожиданно. А кого же еще можно затестить? Кого же еще можно затестить? Вот еще вот этот фантом баламбой. Да не. Фантом балабол. Балабол. О, тоже медленный, смотрите, офигеть. Вроде здоровый, но очень медленный. Три, два, один, помчали. Не, смотрите, как тоже балунбой прикольно ходит. Очень медленно. 10 минут спустя. Идем просто. Балунбой победитель. Да, видите, из поломанных они тоже очень медленные. Так, этот быстрый. О, дерево, дерево, дерево тоже пойдет. Так, давайте еще кого-то затестим. Там у нас хватает. О, что он как рахит ходит? Это очень старый. Какую ты кнопку нажимаешь, что он так ходит? На контрол. Да? Блин, у меня челюсти такое открывает. Ну что, вы готовы? Да. Три, два, один. Помчали. Ну, даже не знаю, кто медленнее. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так ты не наискосок иди, а прямо. Ах ты читер вонючий. Не, это... Бонни медленнее. Да, вроде... да не, мы одинаково с Бонни. Да, мне кажется, ты отстаешь. Или нет? Да тебе кажется одинаково. Блин, вот такие вот съемки, я не знаю даже, как определять один раз. Там просто миллиметрики, непонятно. Так что, ребята, кто хочет записывать, заходите в наш Дискорд. Три, два, один. Ты чё сразу на полный привод упал на четверенки?
Как говорил один человек, полный привод сюда лучше. Отжимание. Это не отжимание, это какой-то фокусник. А, ты взял вот этого медленно, давай сравним, кто из нас медленнее. Блин, я тебя догоняю, вот просто на чуть-чуточку. Из-за этого я тебя буду бить. Так, не надо. Я тебе говорю, буду бить тебя, за то, что ты самый медленный. Эй, иди сюда. А ты не можешь, да, меня ударить? Ты мне ничего не можешь делать. Да иди, говори, сюда. Ты ж битва у нас, что ли? Я бить даже не могу. Ты чё? Ай, больно, засунь свой ножик себе, знаешь куда? Ай! А сколько у тебя жизней? У меня 500. Ножиком. А я тебя жизни трачу? Да. По 25! Слышь, ты чё мне... Джейсон против Бенди? Вот это у нас битва. Ребята, давайте ставим 5000 лайков, и следующий ролик мы запишем «Битва монстров». Качаем мод, где они между собой будут драться, или даже, может быть, не вселяться, и проверять, кто же самый мощный. Если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Вам всем отличного настроения, и посмотрим мои ролики еще.